Здравствуйте, дорогие клиенты и подписчики Vim Canarias. Меня зовут Ангелина Колесникова, и я менеджер офиса Vim Canarias в провинции Аликанте. Сегодня мы записываем это видео из района Финистрат, о котором я уже рассказывала в одном из наших прошлых видеороликов. В Финистрате большая концентрация проектов нового построя. Чаще всего это большие урбанизации, в которых располагаются все типы недвижимости, от квартир, дуплексов, бунгало и даже вилл. Сегодня мы хотели бы вам показать один из таких комплексов, который находится в активной стадии строительства. В этом комплексе располагаются бунгало на нижнем и на верхнем этажах. В каждом бунгало находятся две спальни, две ванных комнаты, просторный зал с открытой кухней и терраса. Бунгало на верхнем этаже также имеет верхнюю террасу, руфтоп. Финистрат, безусловно, отличается своими прекрасными видами, которые открываются с каждой террасы. На зелень, на море и на город Бенедорма. В проекте, в котором мы сейчас находимся, открылась продажа второй фазы. Бунгало на нижних этажах начинает свои цены от 239 тысяч евро, на верхних этажах от 279 тысяч евро. Помимо этого, в Финистрате располагается множество других урбанизаций и проектов с огромным количеством разных типов недвижимости и ценовых диапазонов. Одним из таких проектов является урбанизация напротив гольф-поля, из которой открываются прекрасные виды на Финистрат и на Бенедорм. Она находится прямо напротив озера и гольф-поля. Комплекс расположится за моей спиной. Сдача первой фазы будет в декабре 2023 года, и самые низкие цены начинаются от 329 тысяч евро. В каждом бунгало будет по 3 спальни и общий бассейн. Компания Vim Canarias будет рада сопроводить вас в приобретении вашей новой недвижимости в Финистрате или в любой другой точке провинции Аликанте. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. С вами была Ангелина Колесникова, менеджер офиса Vim Canarias в провинции Аликанте. Задавайте ваши вопросы, ставьте ваши лайки и подписывайтесь на наш канал. До свидания.